Участвовать в конкурсе всегда волнительно, но сегодня вдвойне, а может и втройне. Ведь перед членами жюри выступают не солисты, а фортепианные ансамбли. Воспитанники ДШИ-классика Макар Руденко и Александр Солодов готовились долго. Они точно знают, что необходимо для успешного выступления. Чтобы научиться хорошо играть на фортепиано, надо знать ноты, много учиться. Надо прочувствовать инструмент, надо хорошо знать ноты, хорошо уметь играть. На подготовку ушел не один месяц. Репетиции начались еще в начале учебного года. Задача перед воспитанниками музыкальных школ и детских школ искусств стояла непростая. Слаженно в 4, а то и в 6 рук сыграть сразу 2 композиции. Дети волнуются, и в ансамблях всегда очень важна слаженная игра. И если ребенок волнуется один и что-то не получается, то не получается весь номер. Поэтому ответственность, конечно, друг за друга. Но, с другой стороны, это очень интересная коллективная форма и общения, и подготовки, и исполнения. Поэтому это очень важно для детей. Конкурс «Одаренные дети Подмосковья» открытый. В нем принимают участие музыканты не только из Московской области, но и других регионов России. Ежегодно он собирает более 1500 юных дарований. Творческий рост детей наблюдается из года в год. И те дети, которые в прошлом году в протоколах были участниками либо лауреатами третьей степени, уже в этом году, в тех прошедших номинациях, которые сейчас завершились, стали лауреатами первой степени и даже лауреатами гран-при. В программе конкурса 12 номинаций. В этом году к уже традиционным добавилось новое – музыкальный фольклор. Итоги по 9 уже подведены. Участники 3 еще готовятся к выходу на сцену. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».